Выходи и сделай все для победы. Каждый бой переворачивает мою жизнь. Все бои, я хочу победить и отстоять свой титул чемпиона мира. На сегодняшний день это самый главный бой в моей карьере. Я буду драться за два титула чемпиона мира с Денисом Лебедевым, с чемпионом. Что важнее, опыт или мощь и скорость? На этот вопрос вам и будет ответ после поединка. Я еще не встречался с такими серьезными соперниками, как Денис, но когда-то нужно начинать. У Дениса было очень много серьезных соперников. Я настраиваюсь на очень жесткий и серьезный бой. И со всей серьезностью относился к подготовке. Я знаю его подготовку по его боям. Я знаю его стиль боя. Скорее всего, это будет работа первым номером с его стороны. Будет постоянное давление и агрессия. Так сложилось. Мы встречаемся с Денисом. Он владеет двумя поясами. Я думаю,
И если бы у него спросили, хочет ли он со мной драться или отдаст мне пояса просто так, он бы, естественно, согласился драться. Конечно, такой фактор, что дерешься со своим, не очень приятен. Но по большому счету задача-то одна, цель одна – победить. Вот и все. Так что у нас нет другого выбора, как встретиться между собой и определить сильнейшего. Моя история нигде не записана. Я творю ее с вот этими руками.